Заступлению на боевое дежурство в новой пожарно-спасательной части готов. Это сотрудники одной из пожарных частей Казани. В этом году ее полностью отремонтировали. О готовности нести службу рапортуют президенту. Коллеги по цеху в это время получают ключи от новых пожарных машин. 33% обновления материально-технической части службы МЧС. Это 32 новых объекта. Это говорит о том отношении и федерального правительства, Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Подарок приурочили к совместной коллегии по итогам 2020 года. Из огня спасено более 500 человек. Произошло около 6 тысяч пожаров. Это меньше, чем в 2019, но по количеству погибших идет рост. А по исключению увеличения гибели людей, мы также видим нахождение людей на самоизоляции и употребление при этом спиртных напитков. В Зеленодольском, Альметьевском, Чистопольском, Высокогорском, Рыбославском, Набережной Челны количество погибших составляет 51%, что практически 1/3 от общего количества погибших. Президент Татарстана потребовал уделить особое внимание причинам возгораний. Необходимо детально разобраться с причинами такого роста и проанализировать каждый случай. Другой вопрос, который президент просит также держать на контроле – безопасность в интернатах и домах престарелых. Трагедии, которые произошли в Башкортостане, Тюменской области, унесшие жизни людей, не должны повториться. Задача министерства – занять принципиальную позицию при надзоре за деятельностью организации, оказывающей социальные услуги, особенно по уходу за престарелыми гражданами. Одно из решений проблем – установка в частных домах пожарных извещателей. В прошлом году за счет средств республиканского бюджета закупили почти 85 тысяч таких устройств, и они себя уже оправдали. Село Большие Полянки, пожар в частном жилом доме. На момент сработки извещателя в доме находилось 4 детей. Самому старшему из них, Игорю Павлинову, 14 лет. Помощь спасателям сегодня новые машины и надежное оборудование. Чтобы оно не подводило, в республике запустили программу капремонта пожарной техники. Речь о машинах, которым больше 10 лет. Из бюджета республики на это выделено больше 317 миллионов рублей. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.